О чем мечтаете? Я мечтаю выстроить свою карьеру и дом мечты купить. А карьера в каком направлении? Я программист. Ну, конечно, да, и чтобы деньги были. Ну и счастье семейное, вот, самое главное. А что на эти деньги вы бы купили? Ну, машину, дом. Ох, квартиру бы отдельно купить, но нету финансов. Проработала 50 лет, но квартиры нет. Охота бы так отдельно пожить, отдохнуть, чтобы утром встал, никто не мешал, не пинал тебя, не толкал, не говорил, что ты в туалете долго сидишь. Круиз на шикарном лайнере, да, прямо вот чтобы тихий Атлантический океан, ну, посмотреть как можно больше стран. Мечта стать крутым видеоблогером или фотографом. Ого, а какие-то шаги уже делаете? Да, у меня с собой камера. Что снимаете? Город просто. Ну, я начинающий фотограф, вот там я видела классные граффити есть. Моя мечта, стать гроссмейстером, допустим, чтобы, выигрывать разные партии и всякое такое. Ну, про шахматы, между прочим. Я мечтаю о собаке. Вот видите? Ну, мечта с детства у меня – это вырасти, построить огромный-огромный дом, и чтобы в этом доме были собрать всех животных. То есть всех собак, всех бездомных кошек. А все мечты сбылись. А какие у вас мечты сбылись? Расскажите. Замуж вышла удачно, детей нарожала, внуков дождалась. Все. Все у нас хорошо.